город-герой Москву. Наш самолет совершил посадку в аэропорту Внуково имени выдающегося авиаконструктора Андрея Николаевича Тополева. Местное время 12:55. Температура плюс 3 градуса по Цельсию. Просим вас оставаться на своих местах до включения табло за стеной времени. К выходу мы вас пригласим. Пожалуйста, будьте осторожны, открывая багажную полку. Обращаем ваше внимание, что пледы и подушки являются собственностью авиакомпании. Просим оставить их на вашем кресле. Пассажиров салона класса бизнес мы пригласим к выходу в первую очередь. Мы приглашаем вас познакомиться с нами поближе и с радостью расскажем вам о жизни нашей авиакомпании. Много интересного контента вы найдете в наших аккаунтах ВКонтакте, Телеграм и Ютуб. Подпишитесь, чтобы не пропустить. Также узнать обо всех событиях авиакомпании вы сможете в разделе «Новости» на нашем официальном сайте. Наш экипаж благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Мы будем рады новой встрече с вами. Всего вам самого доброго. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to Moscow. Our aircraft has landed at Vnukovo Airport, named after the prominent aircraft designer Andrei Tupolev. The local time is... Our crew sincerely thanks you for flying with Russia Airlines. We hope you enjoyed your flight and look forward to see you again. Thank you for the flight and goodbye. Кабина экипажа перерывчик.